дорогие друзья, подписчики и подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь. В этом видео я хотел бы рассказать про такую рыбку, которая называется пицилия Микки Маус. Сама рыбка, конечно же, называется просто пицилия. А окрас вида Микки Маус благодаря пятнам на хвосте. В целом рисунок напоминает голову известного американского мышонка Микки Мауса. В России эту разновидность часто называют медвежье ушко. Благодаря своей неприхотливости эта рыбка завоевала любовь всех держателей аквариумистов. К тому же эта мирная рыбка легко уживается с любыми соседями. Взрослые особи достигают примерно 3, ну, максимум 6 сантиметров. Для пары пицилии вполне подойдет аквариум на 15-20 литров. Наиболее комфортно рыбки будут чувствовать себя при температуре от 20 до 26 градусов и pH от 7 до 8. Помните и о фильтрации, и аэрации. Необходимо, конечно же, ему, как и многим другим рыбкам, и подмена воды. Пицилийных кормов пицилия неприхотлива. Они одинаково хорошо едят как мороженые, так и живые корма. Ну и, конечно же, сухие корма, которые можно найти в любом зоомагазине. Хочется заметить и ту важность, то, что пицилии, как и Микки Маус, так и все другие пицилии, очень легко размножаются, очень легко их разводить в аквариуме. Разведение пицилии может заниматься даже новичок. В 5-6 месяцев при хороших условиях питания и содержания достигается половая зрелость у взрослых особей, получается уже. Особых усилий аквариумисту, как я уже сказал, не понадобится, так как у пицилии все происходит само собой, быстро и достаточно просто. Один нюанс. Беременную самку необходимо отсадить, в противном случае мальки будут съедены другими рыбками, ну, в принципе, может быть, и самими родителями. За раз появляется примерно от 30 до 80 малышей. Первое время мальков можно кормить специальными кормами для мальков, а также циклопами, коловратками, часто кормят их яичным порошком, примерно по 4-5 раз в день. Именно при таком условии кормления будет велика вероятность, что они выживут и достаточно быстро наберут массу. Во всем остальном, в принципе, да и как и в этом, потому что я сказал, пицилии в своем содержании Микки Мауса ничем отличаются от других пицилий, только своей яркой и интересной окраской на хвосте и вообще своим цветом. На этом, в принципе, и все, что я хотел вам сегодня сказать про этих рыбок. Спасибо вам за внимание, всего доброго. Предлагаю дальше немножко посмотреть, понаблюдать за этой рыбкой под хорошую музыку. А на этом я с вами попрощаюсь. До новых встреч. До свидания.